все, не пищи. Посмотри, что там у тебя в телефоне. Пораскрашивай, пожалуйста. Не в Телеграм. Я же вызывала фотографа на второй день гимназиады. И на каждый день... Я посмотрю, вечером скину. Илья, подожди чуть-чуть. В телефоне полази, зай. Слышь, что ты вытащил? Давай там давай.
Конечно, здесь и область. Вот сейчас эти будут. Да, ведь девочки тишо. Это Алмата. Сборная. Через полчаса пойдем домой. Все, из-за того, что ты будешь пиндеть, ничего не изменится. Сейчас мне вот доработать надо и поедем. Там уже батя будет дома. Бабушка на хлеб заработала, теперь на масло надо. Да, я масло в последнее время даже не ем. Для машины что-то масло. Не хватает нам масла для бабушки. На машину. На хлебушек что-то. Для машины, да, вот она сейчас сожрет у меня все масло. Я ей говорю, тебе на хлеб уже не зарабатывай, на масло. Слушай, масло такое дорогущее, сейчас у меня 1020. Пошли, да?
меня защищается сейчас. Нет, опять иди. Ай! Видишь? Ай! 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 Дальше, прогони, прогони. Да не останавливайся. Держи ее!